Приветствую вас на канале Диалект. Вы смотрите серию видеоразговорников «Простой английский», и это короткое видео будет посвящено часам. One o'clock – час. Two o'clock – два часа. Five o'clock – пять часов. И так далее, от часа до двенадцати. Seven a.m. – семь утра. Seven p.m. – 7 вечера. Обратите внимание, в 24-часовой системе PM означает после полудня, то есть 19.00 AM до полудня, PM после полудня. Half past seven, половина восьмого. Если переводить дословно, звучит как половина после семи. Quarter past five, четверть шестого. Аналогично звучит как четверть после пяти. Quarter to ten. Без четверти десять. Также можно просто сказать 7.30, 5.15 и так далее. Но цифры мы учили в одном из предыдущих видео, поэтому не будем зацикливаться на этом. Noon. Полдень. Midnight. Полночь. Half an hour. Полчаса. На сегодня все. Хорошего вам дня.